Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Моя подписчица Анистрин Рин заказала мне уже две песни группы Third Eye, женской группы, я на них отреагировал. И она мне заказала еще песню группы 777, 777, 3 семерки, Азино, три топора, прости господи. Вот, которую я высказал желание, что было бы неплохо, наверное, это дело послушать, потому что по факту это объединение двух групп. Это группа Third Eye и B.I.G. Big. Third Eye — это женская группа из трех девушек состоящая, а B.I.G. — это группа, состоящая из четырех парней. Парней, кстати, зовут, чтобы вы не запутались, чтобы я не запутался, Джейхун, Гонмин, Хидо и Джинсок. Ну, не забываем, что девушек зовут, соответственно, Юрим, Юджи и Хаин. Вот. Я почему захотел отреагировать? Потому что таких смешанных групп практически нет. То есть, на самом деле, сейчас есть, по-моему, функционирующих, более-менее известных, только карт. До этого их было некоторое количество, не так много, опять же. Они все были неуспешными, кроме карт. И поэтому их практически не делают. А тут, в принципе, решили объединить, назвали группу 777. И почему не 777? Непонятно, учитывая, что там 7 человек, их не 3 по 7. Вот. И они выпустили такой сингл под названием «Presente». И давайте мы его послушаем, отреагируем. Скажем еще раз большое спасибо Анистрин Рин за такой замечательный заказ. И, не знаю, сейчас я запущу. У нас есть причем обычная версия, по-моему, да. И танцевальная практика версия, которая вполне себе, ну, с нормальным звуком. Так, сейчас только уберу субтитры. Они опять появились. Как же мне сделать так, чтобы они не появлялись? Ох, мне этот новый плеер. В целом хороший, но какой-то странный местами. Все, все, спасибо сказали, сказали. Остальным спонсорам на Boosty благодарность произнесли, произнесли. Давайте реагировать. 3, 2, 1, поехали. О, им удобно стоять, кстати. Начало многообещающее. Будет ли здесь, судя по названию, что-то от латино-поп? Да, вайбы, конечно, карт присутствуют, просто потому что такая резкая смена от высокого девичьего вокала на довольно низкий мужской. Да, есть, конечно, латино-попа. Немножко странная ставка, честно говоря. Тоже такая латинскими, латинская музыка навеянная. Тут гитара у нас на фоне. Без нее никак в латинопопе. О, они еще парами танцуют. Прекрасно. Припев довольно приятный. Один парень только без пары остался, бедняга. Интересно, они монетку бросали? Кто в паре, кто без? Этот кусок, я не уверен. Мне кажется, он не нужен абсолютно. Как сбивает с такого веселого, задорного настроения. И здесь духовые слишком сильно мешают вокалу. Вот. Нормально усиленный припев финальный. Здесь огонь есть, вода есть, медные трубы точно где-нибудь присутствуют.
Очень приятная задорная песня, серьезно, прям хорошо. Меня смутил вот этот кусок после, ну, пост-хорус, да, так называемый, потому что он, по-моему, совершенно не в кассу. Вообще не в кассу. В остальном это было довольно-таки неплохо, и парни хорошо с девчонками смотрелись вместе, и клип симпатичный. Не то чтобы сильно дорогой, но симпатичный. А так, к сожалению, про них мало что слышно сейчас. Они вот в 21-м году эту радость выпустили, и все, и пропали. В принципе, была еще, я вспомнил, группа Checkmate. Я на нее даже на пару тем реагировал. Одна из них даже неплохая достаточно. Но и все, опять же. То есть сейчас активны из смешанных групп только карт. Обидно, потому что, по-моему, вот это сочетание парней и девушек вообще очень неплохо работает. Почти всегда, если песню делать более-менее нормальную. Вот мне так кажется, по крайней мере. Ладно, давайте слушать, точнее смотреть дэнс-практику. Так, сейчас я субтитры отключу, нафиг опять. Подрубается постоянно. 3, 2, 1, поехали. Реально, трипл соло написано, как будто это казино. Ну так, в этом, наверное, есть идея. Такое относительно спокойное вступление. Хорошо, что они действительно начали с низкого голоса, потому что контраст подчеркнуть. Могли бы и с высокого, правильно? Это движение, опять же, такие латинские. Интересно. То есть они слева 3, справа 3, и парень центр. Прикольно. Смотрите, как по-джентльменски. Девчонок вперед, правильно. Да, дурной кусок, если честно. Такие характерные движения вот такие. Да не, вообще на пару поет. Вообще замечательно. Ну, по-моему, у всех парней голоса достаточно низкие. Прям сильно высоких нет. Ну или здесь они не сильно демонстрируются. Это коряга странная в этот момент. Будто им нечего делать, они вот просто руками и ногами помахали. А вот припев прям хорош. Сейчас еще усиление пойдет. Они устали-то как. Ну да, в принципе, достаточно энергичная хореография. Приятный сюрприз, хорошая песня. Я почему-то даже ожидал, ну ладно, скорее всего, я ожидал латинопопа от названия «Презенте». Раз что-то испанское такое, значит, скорее всего, и музыка будет соответствующая. Поэтому я, наверное, не сильно удивлен. Скорее, приятно удивлен тем, что я ожидал, то я получил плюс-минус. Если бы выкинуть этот кусочек, то было вообще прекрасно, на самом деле. А так вполне себе хорошо. В общем, мое знакомство с группой Third Eye можно считать очень даже успешным. Спасибо еще раз, Анистрин Рин. Большое спасибо. Напишите в комментариях, как вы. И вообще, скучаете ли вы и сожалеете ли вы о том, что смешанных групп мало? Они практически отсутствуют, не считая карт. Мне кажется, лучше бы их было побольше, было приятнее гораздо. Просто для
даже для разнообразия на кей-поп-сцене. Все, всем спасибо, всем пока, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, в конце концов. Ну и можете на Boosty меня поддержать, как это делают другие люди, вот эти вот.